В Башкортостане модернизируют автовокзальный комплекс. Как сообщил руководитель регионального Госкомтранса, уже нашлись инвесторы, готовые вложить в реконструкцию более 1 миллиарда рублей. По словам Тимура Мухаметьянова, 19 автовокзалов и около 20 автостанций республики находятся в ведении государственного перевозчика «Башавтотранс». И на данный момент ситуация с ними плачевная. В Госкомтрансе сейчас прорабатывается несколько вариантов развития автовокзального комплекса. Его планируют оставить в собственности республики, при этом привлечь частных инвесторов на долгосрочную аренду. В ряде муниципалитетов обсуждается возможность создания единого мультимодального транспортно-логистического комплекса, что предусматривает объединение автовокзала с железнодорожным узлом. Такие примеры в Башкортостане уже есть, отметил Тимур Мухаметьянов, например, в Янауле, и подчеркнул, окончательное решение будет приниматься с учетом мнения местных жителей. Общую стоимость реконструкции в ведомстве оценивают более чем в 1 миллиард рублей и заявляют об интересе со стороны крупных российских игроков, готовых вложиться в долгосрочную аренду, цитата, «при понимании использования этих павильонов и площадей».